Всем привет, друзья! Привет. Сегодня мы снова у нас в теплице. Мы приехали и продолжаем работу. У меня здесь была полочка. Я здесь комнатные цветы, рассаду выращивала. Ну, она мне была очень удобной. Но теперь я решила, так как мы тут в теплице занялись работами, делаем грядки, да все. Здесь хочу сделать грядочку для огурцов. Хоть многие говорят, что смешанные посадки не очень хорошо. Ну, я уже сажала по краям огурчики с помидорами. Вот именно по краям, около окон. Мне понравились. Они росли нормальными. Посмотрим, что будет в этом году. Сейчас вот доделаем грядочку для огурцов. Вот здесь вот. Как раз здесь открывается. Вот эту, может быть, даже уберем, да? Чего? Раму, полрама. Ну, посмотрим, как будет продолжение. Тебе полка нужна или что? Нет, полка мне не нужна. А, тебе здесь грядка нужна? Грядочка, да. И вот это вот все лишнее я сейчас уберу. Потом будем дальше снимать. Быстро нашли применение этой полки на другую сторону, потому что здесь очень удобно выращивать рассаду комнатных цветочков. Ничего себе ты рукой. Так надо бы убрать. Подожди секунду, сейчас все свалится на перец. Подержи, пожалуйста. Тут у меня привязаны веревочки, которые я зимой готовила. Хорошо, рамы деревянные. Куда захотел, туда закрутил. Да. Уж. Так, ну примерно так ровно. Ну вот по окну неровно, потому что, скорее всего, окно неровное. Так. Слегка. Ну, если что, здесь подобьем, там поднимем. Так, а какую сюда ставить? Вырезать, вытащить? Ты полочку, что ли? Ну. Она же была уже. Ты хочешь продолжить ее? У тебя есть еще один уголок сюда продолжить, чтобы она подлиннее была? Прямо вот здесь над бочкой? Да. Ну, надо сначала полку длинную найти. Ну, ладно, пусть пока вот так вот прицепил их, к месту прибрал, потом сделаем полку. Мне ладно, сейчас не нужно. Включай. Собрал я вот такой щит высотой 30 сантиметров для огуречника. Одну сторону отпилил, теперь вторую. Так. Занесли. Померили, вот так и буду устанавливать. Сделал колышек угловой, специально вот такой мощный, квадратный. Сейчас буду забивать его. Вот еще нужно будет сделать теперь на этом углу. Всем привет! Наконец-то, еще раз говорю, наконец-то сбылась мечта. Сбылась мечта моей супруги. Вот, смотрите, вместе вот с этими вот помидорами, которые, смотрите, за 2 недели, как мы их не снимали,
Да две же, да, уже почти? Наверное. Где-то 22-го мы снимали, а сегодня 3-е. Это что, 7, 8, 9 и 3. За 10 дней. За 10 дней, представляешь? Они вот так вот, вот так вот выглядят. Но я хотел рассказать не об этом. Вот это вот мечта вместо бочек. На прошлом видео я говорил, что мне не нравится сюда ставить бочки. Нет, получилось... тебе нравилось ставить бочки, это мне не нравилось. А, ну, жене не нравилось, она хотела убрать, а я не хотел убирать. И мы сделали вот такой огуречник. Ну? Она вот сказала, ну-ка, тихо, мне повыше грядки. Ну, я сделал повыше, посмотрите. А теперь меня обвиняют, что я... Ворчит, говорит, что такое ты мне наделал, это же какой-то кошмар. Он говорит, а кто тебя заставляет полное насыпать? Ну вот, я натаскала сюда земли черноземной. Сейчас я посажу сюда 2 огурца и буду радоваться. 2 огурца в такой грабин. Это круто. А что ты хотел? Это круто. Надо же их на расстоянии садить. Она у нас сколько? 1,20 м получилась? Длиной, да. Ну вот. Шириной 60. И если через 60 сантиметров их сажать, как раз нормально 2 огурца. Ух ты, а вот это тут вот не надо, она будет питаться нашими огурцами. Зараза. Ты же гуманный человек, ты же не убиваешь никого. Нет, кто мне мешает? А вот сюда я посеяла огурчики, а там у меня со стаканчика 2 огурца, а сюда я 3 штучки посеяла. Ну, вот посмотрим. Ну, еще я хочу сказать, очень удобно ходить. Ну, правда удобно. Душа радуется? Душа радуется. Можно причесаться тут слегка? Да я лохматая, конечно. Эту мульчу я делала. Травы-то нет, никуда не ходила еще. Взяла одуванчиком за ограды, нарвала. Положила. Я в прошлом году так клала, ничего, надо сказать, никаких семян у меня не зашло. Да. В смысле, одуванчиков? Ну, думаю, ладно. А помидоры-то, первая грядка с первого видео, помните, какие были? Я их еще даже не прицепляла. Уже начинают не падать. Не привязывала, не говори, уже тут вовсю. Это те самые хваленые деревья? Да. Надо, короче, их привязывать. Вообще столько работы. Вот она мульча как в действии, видите? А вот здесь еще нет мульчи. Здесь. Ну, потому что у меня не хватило. Здесь ты, наверное, пересаживать будешь. Знаете, да, я заберу, конечно. И не хватило, конечно. Вот она, наша теплица. Арматуры, правда, дофига. Но, тем не менее. Здесь тоже началась мульча? Да, началась. А, я теперь сюда посыпала ее древесной золой. Нифига. Да, и начала. А корочки бананов положила? Нет, корочки бананов не клала. У меня нет бананов. Урожая не будет. А я еще теперь сюда притащила цветы. Вот эти цветы аспарагусы. Они очень любят в теплицечке находиться. Им здесь нравится. Антуриум наверняка не очень. Но тем не менее. Посмотрим. В прошлом году у меня цвели здесь. А он там-то ирис зацвел. Ой, ты иди его покажи, кстати. За стекло. Да. У меня они гнили. Вымокали, вернее. А вот это вот у меня сохранилось. Вот 2 голубеньких, 2 желтеньких, да, получается. И вот такой вот. Вот он, осторожно, там роза. Роза от корня отошла. Короче, все, зашибись. Не говори. Да? Ладно, всем пока. Смотрите наше видео. Подписывайтесь на наш канал. Все, пожалуйста, огурцы. Я буду сажать огурцы. Ставьте лайки. Это послесловие. Не забывайте ставить лайки. Съемка пошла. Да, муж притащил мне эти огурчики. А я, как всегда, их капываю в землю. Ой, господи. Полить надо хорошо. Сейчас, я там видел. Сейчас пролью. Хорошо прям. 50 лет сажаю огурцы и все видео смотрю. Как это сделать, не понимаю. Слушай, они тут тебя все заплетут. Вот этот верх весь. Тебе будут мешать они помидорам. Не будут. Ну, посмотрим. Я их буду обрезать. Я буду вещать. Ненужные плети. И что... Твое вещание даст. Тебе люди будут ставить дизлайки за твои посадки. Короче, подожди, я сейчас их полью хорошо. Далеко. Так, лейку ограничивать ковшиком. Ой, у меня тут теплая вода. Я же не буду приносить холодную. Тут такая земля, да. Чего бы им не расти, правда же? Да не говори, сам бы ел. Землю, что ли? Ну, конечно. Же. Ой, муж мой сделал вот эту грядку, кстати, из досок от сарая, которого мы разобрали. Мы вообще как Гераклы. Столько дел накопилось. Все, постройкой дома занимались. Некогда даже было в огороде что-то делать. Реконструировать. Тут уже теплицу надо ремонтировать.
Одна уже в негодность пришла. Ну да. Вот. Теперь, ну что успеем, то успеем. Так на следующий год что-то еще будем делать. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал Юрия и Ларисы Ивановой.